«Счастье есть» – сборник стихов и рассказов под таким названием вышел в свет. Книгу создавали молодые писатели из России, Украины и Белоруссии вместе с детьми, ожидающими пересадку органов. Среди произведений есть рассказ нашей землячки Самиры Асадовой. С ней встретилась и пообщалась Анастасия Матросова. Частичка добра от Чукотки. В руках молодой писательницы Самиры Асадовой долгожданное издание. «Счастье есть» – это книга стихов и сказок о дружбе, добре, вере в большие и маленькие чудеса. Ее создавали молодые писатели вместе с детьми, ожидающими пересадку органов. Среди произведений сборника есть и рассказ нашей землячки. На сайте все конкурсы. Я нашла конкурс «Счастье есть», в котором собирались рассказы, стихи в сборник, который должен был поступить в больницы для детей, которые ожидают пересадку органов. Ну и я решила отправить один из рассказов, сказка «Мудрая старуха». Он не опубликован ранее, эта сказка, и рассказывает о таком позитивном отношении к жизни, о том, что злые духи пытались пробраться в Яранг, в жилище, к старухе, а она вот своей смекалкой защитила себя. В сборник вошли произведения одноименного литературного конкурса, а иллюстрации к ним подготовили ребята на мастер-классах в больницах. Именно для них и была создана книга «Счастье есть». По задумке она должна скрасить досуг юных пациентов и облегчить период ожидания операции. «Счастье есть» – это слова поддержки от писателей, диалог с ребятами через страницы. Стихи и сказки отобрали члены профессионального жюри. Сборники «Счастье есть» уже начали поступать в больницы по всей России. Было принято решение, что эту книгу мы для округа, так сказать, выпросили у руководителя проекта для Чукотки, чтобы разослать в больнице, в садике. Ее должны привезти сюда, в округ, и направить в села, в районы. Всего в одноименном конкурсе участвовало более 300 работ из России, Украины и Белоруссии. Книгу издали в рамках проекта «Счастье есть» волонтерского движения «Донор жизни» при поддержке Всероссийского грантового конкурса молодежных проектов «Росмолодежь». Анастасия Матросова, Арсений Гусев, «Вести Чукотка».